все вы видите, как у нас все изменилось. Которая работа здесь не шла, шла, здесь идет. Которая работы здесь не было, работа здесь идет. По больнице работа идет. Вся нормально идет. Но это нужно время, чтобы все нормализовать. Но эти проверки настолько не дают нам работать. После каждой проверки ночами не спим. После каждой проверки мы думаем, что же делать. Но без нарушений не бывает. Я руководитель. Может быть, мелкие нарушения мы где-то упускаем. Может, что-то мы не доработали. Всякое бывает. Это жизнь, это работа. Но мы все стараемся ради людей работать. Ради их здоровья. Скольких людей мы спасли? Где они были, когда мы здесь ничего не было организовано? Почему они не приходили тогда? Почему сейчас приходят, когда мы все это организовали? Первое, когда про вас забыли. Когда вас закрыли, и вы голодные сидели двое суток. Вас же всех быстро загнали сюда. А руководители, ни один руководитель не заходил туда. С первой же минуты я туда зашел. Все организовал там. Это правда. Где они были, руководители, которые вас забыли? Вы же кричали снутри. Помогите нам. Дайте нам лекарства. Дайте нам питание. Вы же не могли. Это никто не мог помочь. Я это помог. С помощью своих друзей, коллег. С помощью вас всех. А когда я все организовал, и сейчас приходит ко мне с проверки. Подпишите, ознакомьтесь. И сколько можно это продолжать?